1966 году на экраны вышел фильм Григория Александрова «Русский сувенир». Конечно же, с Любовью Орловой в главной роли. Режиссер пригласил Элину Быстрицкую на роль итальянской графини-шпионки Пандоры Монтези. Выбор супруга крайне не понравился главной звезде советского кино, тем более, что играла она девушку-инженера, которая была по возрасту значительно моложе актрисы. Естественно, в сценах с Быстрицкой, как вполне справедливо считала сама Орлова, будет слишком заметен ее собственный возраст. Но Григорий Александров все же утвердил кандидатуру Быстрицкой и выпустил фильм. Правда, для этого ему пришлось снимать актрис по отдельности, а после монтировать их в один кадр. «Русский сувенир» показывали крайне мало –